Вот и цикады. Добрались. И вот ты у цикад. Ты извини, не знали, кто ты. Где Эли? Она жива. Откачали. Вы столько прошли. Скажи, как? Все она. Целеустремленная девка. Может, это судьба. Я стольких потеряла по пути. Отдала почти все, что было. А потом приходишь ты, и мы чудом успеваем ее спасти. И правда судьба. Ну, для кого как? Я иду к ней. Можешь не волноваться. Мы Не позаботимся о могу. ней. Я хочу ее видеть. Нельзя. Ее готовят к операции. Какой еще операции? Врачи говорят, что кордицепс внутри нее как-то мутировал и дал иммунитет. Они извлекут грипп и смогут синтезировать вакцину. Вакцину. Как грипп отделят от мозга? Только с мозгом. Никак. Ты что, сразу что ли этого не понял, когда Ищите ввел ее? кого-то еще. Она одна такая. А ну, веди меня к ней. Стой. Я знаю. Ты думаешь, что тебе сейчас тяжело, но не представляешь, каково мне. Я помню ее с пеленок. Обещала матери присмотреть за Как ней. ты можешь допустить, чтобы ее убили? Это важнее меня. Даже ее. У нас просто нет выбора. Выбор есть всегда. Да, вижу, себя ты уже убедила. Такие есть. Выведи его. Только дернется, стреляй. Пошла ты, дура. Последний шанс, Джоэл. Ну что, всем привет. Приветствую на канале Логовом Плей. Последняя, видимо, глава цикад. У цикад мы Вставай. находимся. Сейчас все здесь и решится. Всем А ну, вставай. цикадам будет хана. И, соответственно, последующее продолжение второй части принятого решения Джоэлем спасти Элли. Обернется для него, ну, Давай. как сказать, Иди. не очень хорошо. Иди, я сказал. Чё, Дай только повод. крутой что ли? Так я тебе дам повод сейчас. Куда? Туда. Мое снаряга, моя снаряга, моя. Хрен ли ты встал? Шагай! Иди, говорю! Где операционная? Не тяни время. Где? Где? Самый верх, дальний конец. Ну что ж. Вы разозлили Джоэля Киллера. Да, контрабандист здесь. Интересно, через стекло-то я могу выстрелить, нет? Наверное, нет. Да, с патронами совсем жопа.
Расхерачил мужиков полностью. Как только можно было расхерачить их. Да, я сукин сын, ты прав. Я такой. Ага, вон их сколько тут, да? Вот. А ребята с грибом лучше реагируют на вкусняшки от меня. А вы вот хуже. Так что извиняйте. Так. Так, надеюсь, сейчас мне еще патрончики-то подкинут они. Фу, блин. Конечно, тут не весело все для ребят. Тихо, с патронами у нас совсем все плохо. Ни хрена себе. А чё их так много-то? А, не, ну они меня просто тут ищут. Ух ты. Повезло им, да? Можно сказать, типа. Чисто, вот вам и чисто, блин. Фига, ребята, тут не чисто. О. Нормально. Так бы, блин, конечно, тут все обшарить, но что-то тут не хотят, чтобы я обшаривал. Тихо. О, есть. Вот это же интересней. Зараза! Ищем дальше. Вот он! Ой-ой-ой-ой, нашли меня. Ну как сказать? Могу и ответить. Блин. Кончили одного. Фу. Так. Ёбана бог, я еще и тут в рукопашку даже успеваю. Я еще с автомата ни разу не выстрелил.
Обалдеть, вот это я профессионал. Злоба в нем мощная просто сейчас творится. Зря они тут, конечно, решили меня разозлить, да? Угу. Так, а патроны-то не дают. А вот патроны. Отлично. Ладно, пусть так хотя бы. Ну, иди сюда, иди сюда. Где ты? Чё ты медленно ты идёшь? Зараза ты такая. Ах ты падла, а? Хорошо попали. Короче, этот пистолет, он нифига от него толку нет. Вот честно признаюсь. Так, МРТ тут, смотрите, тут все серьезно, у них больничка-то серьезная. Че, убил, интересно? Думаю, да. Тут же еще где-то я поджег кого-то. А, вот он. Отлично. Интересно, тут всякие какие-нибудь есть интересные эти вкусные штуки. Тут, конечно, сейчас вот так вот играешь. Тут не для сбора всяких вещей. Тут как бы выжить. Да. Ну, я уже, в принципе, тут уже обошел всю территорию. Оу. Вкусняшка. Видите, смотрите, нашел все-таки что-то я. Так. Ах ты, вон он. Контрабандист здесь, да. Вы абсолютно правы. Теперь у меня полная эта обойма автомата. Готов. Вообще ништяк стреляет нафиг. Я просто счастлив, что он у меня появился, этот автомат. Только жалко, что в конце игры. Что-то ребята куда-то пропали все. Да, расфигарил я его нормально. Без лица оставил. Такое ощущение, что все. Кончились. Ненадолго, да? Ну и чё, кто тут, где тут?
Вообще нормально, ребята. Все, всем спасибо. Ага. Тут тупик. Фига себе, на улицу можно выйти. Обалдеть. Так, ну это тут самое начало мое, где я начал бегать. Да-да-да, вот тут я бегал тоже. Что-то тут я даже взял. Не, ну... Так вот никого не видно. Я служу прокачал полностью. Здесь вот видите, типа, мозг. Просканировали. Может быть, даже это Эллен мозг. А может быть и не Эллен. Кто знает. О, видал, что я нашел. Ну, пока не буду это делать. Фиг знает, может мне это пока и не нужно будет. Так, тут чувака мочканул я. Куда-то туда дальше идти надо. Да. Здесь особо больше нечего делать. Кстати, а это что там, улица? Да, тут тоже улица есть, проход. Ага. Контрабандист, ты где? Ну, нормально. Вообще ништяк. Ага, вот сюда мне идти. Блин, длинный коридор. Сюда! Смотреть в оба! О, боже! Ни хрена себе бойня! Обыскать каждую щель! Достать его! Так, а что мне делать-то? Мне, наверное, надо... Так, их пробежало, по-моему, трое, да? Каждую, говорит, щель обыскать. Ты за это ответишь! Охренеть! Вот эта штука, а! На нахер! На! Фух, я себя маленько, конечно, мочканул, но ладно. Бог с ним. Смотри, как я их троих всех положил в одну кучку, а? В одной кучке лежат. И без патронов. Патроны ни один не дал. Вот козлинки. Так, зато у меня есть эта взрывалка. Ну вот смотрите, под конец я научился пользоваться с этой, как его, дымовухой. Ну или это шумовая какая-то граната. Даже правильно не знаю. Убьет сейчас меня. Нет, не убил. Капец, а. Нарвался я на него. Не успел свалить. Хорошо, что я аптечку сделал. Так, детский тут у них. Этот, смотрите, есть. А они тут все, зараза, в шлемаках. Ох, я ему тоже в бошку попал. Офигеть.
Я еще и киллер, что ли? Так, там подъем, как раз таки. Туда, куда, видимо, нам и надо. Ну я погоди, я тут сейчас все бегу. Бегу. Так, ладно. Че, ничего нельзя сделать? Это, конечно, плохо. Что ничего нельзя сделать? Так, да, туда по-любому. Он как бы дверь нам специально и открыл. Ну, я тут уже ничего не улучшу. Не улучшу. Если только это лечение найду. Ну, и нету у меня больше этого. Так, ну, у меня, в принципе, он и был. Это немного огонька. Что, сейчас туда пойдем. Так, ну что, туда идем. Блин, с пистолетами вообще засада, патронов нет. Не представляю, как на высоком уровне сложности играть. Там, мне кажется, вообще ничего нету, да? Получается. Патронов вообще никаких нету. Так, ладушки. Фиг с ним. Пойдем так. А чё запсиховал-то? Ты ж всех там уложил. Всех уложил, чё психовать? Вот тут вот, видишь, тоже песочек. Не надо ломиться, не надо ломиться. Вот, видишь, на самый верх сразу же идем к операционную. Передвигаемся на четвереньках. Ну а что нам остается-то? Так, провод, вон, смотри, он же оттуда идет. Вот сюда. Ага, тут какая-то дверь, да. Ладно. Тут тоже подсобка. Ага. Что-то нашли. 28 апреля. Марлин была права. Я тоже не видел ничего подобного. Угу. У девочки иммунитет к инфекции. Почему? Не ясно. Как и в предыдущих случаях, в серозной цереброспинальной жидкости наблюдаются высокие титры антител кордицепса. Посев крови выявил стремительный рост грибковых колоний, однако абсолютное содержание лейкоцитов полностью соответствует норме. Воспалительные цитокины без изменений. Томограмма мозга не выявила грибок в краевых долях. Этот признак обычно предшествует приступам агрессии у зараженных. Надо воссоздать это состояние в лабораторных условиях. Мы стоим на пороге открытия, сопоставимого с созданием пенициллина. Спустя годы бесплодных поисков мы наконец достигли цели. Мы позволим человечеству вновь обрести контроль над своей судьбой. Все жертвы, что мы принесли, все страдания на благо высшей цели. Все это было не зря. Ну, блин. Спорный момент, доктор. Все очень спорно. Ага, закрыто. Но у меня есть чем открыть. О! Жетон цикад. Давно, кстати, я их не находил. Так, Байрон Стюарт Сьюм. Ну, наверное, там 0-0 было. Витаминка. О, хочешь, отлично. Так, готовят нас, ребята. Готовят, просто готовят. Смотри, что. Так, огнемет.
Отлично. У меня еще и лук есть. Кстати говоря, стрелы лука. Если что. Так. А. Ладно. Ладно. Тут что? Тут еще один. Сейчас послушаем. Отлично. Что-то можно сделать. Ну, я думаю, нам вообще заточка больше не потребуется. Сделаем это, если что, в рукопашечку потом пойдем. Так, что, не хочет брать или взял? А, еще домовую могу сделать, да? Тут что-то не хватает ножниц. Ну ладно, пока не будем. Так, давайте слушать. Половина шестого. 28 апреля. Я только что поговорила. Нет, скорее наорала на главного хирурга. Оказывается, невозможно извлечь паразита, оставив живых носителя. Да, блин. Попросту говоря, им придется убить девочку. И у меня запросили разрешение. Новое испытание на прочность. Я устала. У меня нет сил. У меня зато есть. У меня есть силы. Пусть делают то, что нужно. Коза. Так, тут закрыто, да? Ага. Ускоримся. Значит, нам сюда. Значит, нам сюда дорога. Значит, нам сюда дорога. Да? Ха. Можно и так, да, зайти? Тут ребятки точно будут. Вон их сколько. Ага. Понял, там, видимо, операция, что ли, сейчас начнется. Ну, надо потихой тогда мы тут. Окей, это мы тут взяли. Так, это Леголаса оружие. Тут что есть? Что нету? Ну, вот тут должно что-то быть, но тут же вот свет горит. Ощущение, что там дверь открылась, нет? Показалось мне. Ага. Есть контакт. Ха, аптечка. Да нафига она нужна мне? Мне надо оружие, оружие. Хотя аптечка, конечно, тоже бы не помешала. Окей, дневник. 15 марта мы наконец перешли границу Юта. Через пару дней встретимся с остальными. Настроение ребят заметно улучшилось. Я опасалась, что их боевой дух упадет из-за смерти Грега и Тани. Но сейчас они снова смеются. Робин подошел ко мне и сказал: «Спасибо, что присматриваешь за нами, Марлин. Казалось бы, мелочь, а как важно для меня». Элли больше нет. 23 марта. Как это? Мы добрались до больницы. Все очень радовались встрече со старыми друзьями, ведь некоторым... мы не видели уже больше 10 лет. А потом мне сообщили новости. Я не могу есть. Не могу ни с кем говорить. Я должна радоваться, что еще жива. Но сейчас хочу только одного — закрыть глаза. Я знаю, о чем они думают, глядя на меня. 24 марта. Что мы вели себя как полные идиоты. А что могла я сделать? Я думала, что погибну.
За нами охотился весь бостонский батальон. Я должна была вывести ее из города. Откуда же я знала, что группу сопровождения уже убили? Хм, черт бы их всех побрал. Я запаниковала, но в итоге быстро пришла в себя, а мои ребята оказались куда способнее, чем я думала. Многие даже смогли пережить нападение армии. Я должна была оставить ее при себе, а вместо этого отдала каким-то контрабандистам. Я подвела тебя, Анна. Я подвела нас всех. Я полная идиотка. 25 апреля. Я не могу говорить ни с ними. Я с трудом выдерживаю их взгляды. Мне больше нельзя здесь оставаться. 28 апреля. Только что вышел на связь один из разведчиков. Сообщил, что видел старика с девочкой, которые входили в тоннель возле автостанции. У девочки вроде бы рыжие волосы. Но он не уверен. А если это она? Марлин, прекрати сейчас же. Скоро выходит разведгруппа. Я пойду с ней. 28 апреля. Оказавшись в полной тишине, слушайте голоса. Она жива. Сейчас ей делают анализы. Не могу сказать, рада я, испугана или просто нервничаю. Но руки трясутся. Угу. Ручки затряслись у тебя, да, подружка? Так. Осмотр. Похоже, я на месте. Какой, блин, беги! Я иду, Элли. Они сюда бегут, придурок, старый. Так. Или не сюда они бежали? Нет, они уже там готовились куда-то бежать. Да, вон они идут. Сейчас, ребятки. Ну, а вы думали, блин. Мать. Вот тебе и мать. Не вижу. А ты? Свалил. Сент-Марис Госпиталь, Святая Мария Госпиталь. Так, что-то с патронками-то совсем плохо, что ли, у нас будет, получается, при встрече с ребятами, да? Бутылка, блин. Куда мне эта пустая бутылка? До какого места? Вон, идет сюда. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Ну давай, вылазь. Хара. Мимо. Мимо я положил. О! Обалдеть. Круто. Да, я был здесь. Не дай ему уйти. Нет, ребятки, не дай. Конечно. Тут дело такое. За мешками просто я стою и все. Ах ты, тварь, стрельнул меня, попал, а? А я говорил, зачем мне аптечки, а вот зачем.
ж ты! Япона бог, столько патронов мимо. Он обошел меня. Я знал, что он сейчас обойдет меня. Ну, тут один, наверное, остался. Максимум. Два. Но патронов много я потратил. Я не вижу. А ты? Его здесь нет. Ищите дальше. Есть. Фу. Три патрона пришлось потратить. Отлично. Где же ты? Я здесь. Спасибо. Очень пригодится. Ну, в принципе, ладушки, да? Нормально так получилось. Самая мясорубка вот здесь. Ох, вообще надавали. Сейчас. Отлично. Так, хорош. Прям. Вообще нормально, вкусно как все. Все, конечно, эти гаджеты я свои потратил. Да, и мужик меня тут маленько чуть-чуть мочканул, вот этот вот подлюга. Мне надо было убегать, а я тут решил с ним пострелять. И все, и в итоге намазал патронов целую кучу. Ну ладно, все вроде обошлось. Думаю, недалеко уже осталось. Что тут? Да. Вон туда типа кажут. Идите туда. Идите туда. Ага. У него отдача сильная. У автомата сильная отдача. Просто если ты начинаешь быстро стрелять, то все. Он его поднимает и все вверх. Да? Я же говорил сюда. Это их задержит. Думаешь? Так. Не та комната, да? Ага. Еще один диктофон. Продолжать эксперимент. На самом деле меня не особо и спрашивали. Так, пустая формальность. Ты знаешь, я сдержала свое обещание. Я заботилась о ней много лет. Что бы ни творилось в моей жизни, ради нее я готова была на все, но сейчас... Единственный шанс спасти нас. Спасти всех людей. Ведь мы об этом мечтали, к этому шли долгие годы, и ты тоже. Меня просят убить того, кто ее привел. Убить единственного человека, понимающего, какую жертву мы приносим. Скоро ты увидишься с дочкой. Нет, не скоро. Я еще на коне. А если я на коне, то я или пока жива. Так. Все получается. Дверь, где сейчас мы увидим отца Эбби. Хирурга.
Что ты здесь делаешь? Ну, что делаю? Я не дам ее забрать. Это наше будущее. Подумай, скольких мы спасем. Ну, братан, блин. Я не хочу тебя стрелять. Уйди! Уйди, блин, зараза. Видишь, патронов нет. Твоя фортуна. Не приближайся. Я серьезно. Ты грязь. Молчать. Да, это походу вот мы убили отца Эбби только что. Ну, да, он. У него была своя правда, у меня своя. Пошли, детка. Держу. Держу. Черт. Ты. Все будет хорошо, малышка. Педиатрию, да, несу. Не бойся. Прикрыть выходы. Не бойся. Держись. И куда дальше? Бегут за мной, сволочи. Башкой об стенку ее ударили. Оставь ее. Вижу его. Надо отойти. Ха-ха-ха, не догнали. Эй, ну же, ну. Не догнали. Боже. Фух. Но это еще не все. Ее не спасешь. Угу. Допустим, ты выберешься. Рано или поздно ее разорвут щелкуны. Или бандиты изнасилуют и убьют. Это не тебе решать. Это ее выбор. Ты ведь знаешь. Слушай, ты можешь поступить правильно. Ей не будет больно. Я уже поступил правильно. Очнулась. Что это за ночнушка? Пока не вставай. Отойди от наркоза. Что случилось? Мы нашли цикад. Оказывается, таких как ты много. Людей с иммунитетом не один десяток. И от них никакого толку. Врет, как дышит. Они и бросили попытки создать вакцину. Мы едем домой. Прости. Че, по-твоему, не догадалась? Что под наркозом была? Нет. Не стреляй. Угу. Отпусти. Ты будешь ее искать.